Алексей, как тебе итог встречи? Ну, я считаю, что результат закономерен. Ну, конечно, хотелось победить, чтобы приблизиться ближе в турнирной таблице к ним. Ну, не получилось. Ну, я считаю, хорошая игра была. Какая была установка перед игрой от тренера? Играть вторым номером. Ну, мы пытались вторым номером играть на контратаках, поймать их. Успели вчера посмотреть матч ИФУ? Нет, не посмотрели. Пришли к концовке, когда оставалось 5 минут всего. Потом за 5 минут особо ничего понять невозможно. А что они слышали? Что они слышали об этой команде? Ну, ничего не слышали. Ну, говорили, что хорошая команда. Контроль мяча у них налажен. Все хорошо у них. После того, как забили, акцентированно пошли в защиту? Да. Ну, хотели отстоять результат, не получилось. В конце пытались дожать их, но так сложились обстоятельства, что не забили.